Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vision 2009 года в сером цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 144 лошадиные силы. АКПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида. Пробег 152 тысячи километров, литые диски, хорошая зимняя резина. Установлены ветровики, имеются. По салону темный красивый ухоженный салон. Ткань непрокуренный, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт, эко-режим, подрулевые лепестки, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника.